Всем привет, ребят, с вами Зорк, и сегодня мы продолжаем играть в Футураму. К сожалению, в прошлый раз звук был немножечко тихий, точнее, очень даже немножечко тихий, ничего практически слышно не было. Перезаписывать, честно говоря, не очень-то охота. Но если сделать звук погромче, то кое-что можно услышать. Ладно, давайте скинем все. Да. Чудесно. Теперь все менты на месте. Даже то, что мне не нужно. Вам не нужно? Трудно сказать. Но есть одна часть, которую я никак чинить. Только не двигатель темной материи, только не двигатель темной материи, темной материи. Ну черт. Разве у нас нет запасного двигателя? У нас был запасной двигатель, но им никто никогда не пользовался, попил его. Вы его выбросили? По той же самой причине, по которой все выкидывают в Америке. Чить оружие. Фрай, отправляйся к озеру и вылови двигатель. Но это же ужасно. Ведь по улицам ходят глухие опасники. Ну да, конечно. Тогда тебе стоит к озеру по трубопроводу. Ну а как насчет трубопроводных лунатиков? У тебя оружие. Чего тебе еще нужно? Одежда из цветов, чай этот треп. И за дело. Да, миссия закончена. Время игры 17 минут. Дополнительные элементы включены. Ну, в общем-то, по деньгам-то все нормально. Сохранимся на всякий, пожалуй. Хотя у меня присутствует дополнительное сохранение. Так. Продолжим. Новая реклама. Позвонить. Видимо, что-то вроде для общения. Ой, это воняет. Как это называется? Ну, смешанные канализационные трубы. Ну ладно, это не важно. Что же по сюжету, в общем-то? Сейчас я кое-что вам проясню. Опять же, как я уже сказал. Проблемы со звуком, проблемы с портированием и проблемы со звучкой там происходит, то есть обрезаются фразы почему-то, видимо, с оригиналом не очень сходится. Ну да ладно, по сюжету, значит, сломался двигатель, теперь нас отправляют куда-то там, чтобы притащить этот двигатель или что-то в этом роде, я даже не понял детали. Ну, короче, профессор нас отправил в другую часть города, по городу, по поверхности ходить невозможно, так как там целая куча, видимо, роботов. Поэтому идем через канализацию. А в канализации у нас присутствуют мутанты. Так что... И, кстати, нам выдали оружие. Что не может быть... Ауч. О, это же мутант! Вот так вот выглядят мутанты, хотя, честно говоря, на мутантов-то не очень-то и похожи. Куча бабок. Ну, мутантов из мультфильма, мультсериала. А, черт. Что ты? Куда ты целишься? Ужасное управление. Так, здесь у нас какие-то щупальца торчат. Я этот уровень начинал, на самом деле, немножечко играть. И, кстати, да, игру я не прошел. Опа. Черт, умер. Сейчас снова. Ой, попробуем. Это как это называется? Ну, смешанные канализационные трубы. Ну ладно, это не важно. Ауч. Бочки, кстати, тоже взрываются, но в них стрелять вообще никакого смысла нет. Ну, автонаводка на них наводится уже после того, как мутанты... Всех мутантов я уже перебил. Надо денег собрать. И, кстати, у меня еще присутствует молоток.
который, к сожалению, вообще бестолковый на этом уровне. Ну, по крайней мере, сейчас тут точно. Ну и в свое время я эту игру не поиграл, к сожалению. Так как не было возможности, ну, то есть самого диска не было. Щупальцы. А, куда ты? Фух, успел. Патроны кончаются еще к тому. Ужас, просто какой-то ужас. Закручиваем, открывается дверь. Отлично. Здесь у нас вообще какой-то труп, кто-то смыл. Ах, черт. Снова. Ой, это начало. Как это называется? Ну, смешанные канализационные трубы. Ну ладно, это не важно. Ну и насколько я заметил, 5 патронов хватает. Ну, 5 выстрелов, точнее, хватает для того, чтобы убить вот этих мутантов. Убиваем быстро, есть. Так, крутим вентиль. Ах ты дрянь-то такая, а? Да. Конечно, с автоимом тут вообще огромные проблемы. Чекпоинт. Патрончики, отлично. Ну куда? Ну вот совсем, вот видите, какое управление-то. Автоим просто не хочет работать на меня. А, черт, черт. Ну, посмотрите только. Жесть какая-то. Ладно, чекпоинт хоть присутствует. Ну, вы посмотрите, ну почему он не целится сюда? Я думал прицелить сейчас на бочку, но это нереально. А, ну мне даже не нужен ХП. Сейчас давайте сохранимся, ну, своим читерским сохранением, чтобы потом снова этот момент не проходить 1000 раз. Опять же, какого-то все время забываем Ниблер. Ну и камера просто шикарная, ну понимаете сами. Консольные игры те же самые. Уж забыл совсем, как это было. Классно, так скажем, в кавычках. Сохранимся. Фух.
Это какой-то бешеный монстр на самом деле. Больно много у него хп по сравнению со стандартными. Что на наш дверь тут разламывает. Стены, точнее, а не двери. Еще один. Отличненько. Еще жизнь, что бы это могло значить? Ой, 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 все сожрали. Честно говоря, нет. Лучше здесь отсюда начнем. Ну, то есть это был сейчас читерский чекпоинт. Как вы могли понять. Еще жизнь снова нас информирует. ХПшечка. Чекпоинт. Чекпоинт. Отлично. Значит, давайте сейчас... А, ну, чекпоинт здесь присутствует, так что сохраняться смысла нету пока. Здесь у нас лестница, ну, видимо, бассейн, да? Так. Нужны ли эти деньги на самом деле? Вот вопрос. В каком количестве особенно? Ну, вроде как они там жизнь дают или что-то в этом роде. Черт, надо сохраниться, прежде чем прыгать. Ну ладно, придется снова идти. Ну-ка, а здесь, если напрямую. Да. И здесь пройдем. Ну давай, разворачивайся, камера. Нет, не хочет разворачиваться. Ну вот сейчас сохранимся. Целая куча гробов и холодильников находится в канализации ихней. Что бы они тут делали, не знаю даже. Я здесь уже немножечко поиграл эту локацию, начало. Так что уже знаю, что надо прыгать на гробы. Ну, в смысле, вода будет подниматься, и мы там умрем, если не спрыгнем. Фух, это было опасно. Воу, вообще на воздухе висел. Слёрм. А, черт. Так, лестница. Вот она. Поднимаемся. Еще одни щупальцы. Очень быстро они рисуются на самом деле. Нереально. Ну-ка, давайте попробуем. Патрончики. ХП. Так, крутим опять вентиль. И да, дверь открывается. Отлично. Сохранимся. Так, далее. Опять мутант. Бешеные какие-то мутанты. Еще один мутант. Хорошо, хоть патронов предостаточно. Так, здесь у нас ХП. ХП нам не нужно. Давайте пойдем дальше. Спасем там Ниблера. Я вот его заметил тут вдали. Ха-ха-ха!
патрончики. Деньги, патроны. Опять Ниблер. Уже его собрали. Там какой-то рисуночек прикольный в стиле Футурамы. Воу, что эта дверь синим светит? Интересно. Ладно, идем дальше. Воу, сохранимся. Ух ты, акула, говорю. Аллигаторы или крокодилы? Деньги опять же. И слёрм. Ах, чёрт. Не получилось сделать. Загрузимся. Чёрт. Не получилось опять. Что ты будешь делать, а? Ладно, давайте на этом закончим. 15 минут серия. Всем спасибо за просмотр. Обязательно закачайте себе эту игру. Попробуйте поиграть, если вы фанат мультсериала. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.